31 заявка и 4 этапа. Осенью в областной столице стартовал «Ученик года». В этом году конкурс посвящен 75-летию Великой Победы. Два заочных тура, видеоролик «Я патриот своей родины» и «Портфолио позади». В очный тур прошли 12 школьников. Ко второму этапу нужно было заснять видео «Я патриот своей родины». Я собрала интервью, собирала у своих близких и родных. Во-первых, это, конечно же, у моих учителей, у моих педагогов по танцам, потому что я танцую, занимаюсь танцами. Ну и вообще это безупречный опыт, мне было достаточно интересно. Впереди самый сложный этап – эрудит. Проверка знаний об Ульяновской области только на первый взгляд кажется простым тестом. В этом году это уже 22-й городской конкурс. И наш конкурс включает 4 этапа, 2 из них заочные, портфолио и видеоролик, и 2 тура очного этапа. Значит, сегодня мы встречаемся на конкурсе «Эрудит». Это интеллектуальный конкурс, где наши участники покажут свои знания о истории, культуре, экономике, географии Ульяновской области. На какой высоте над уровнем моря расположен Ульяновск? Где-то 130-170 метров. Ну, между этими цифрами на уровне 140 метров над уровнем Балтийского моря. В финальный этап вышли 6 школьников. Имя лучшего станет известно 15 января. Напомним, победителем конкурса «Ученик года 2019» в Ульяновской области стал ученик средней школы номер 31 Тимофей Бабульков. Хороший итог школьного сезона в канун Нового года. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.